Здравствуйте, с вами Елена Смирнова. Сегодня я хочу поделиться с вами новым таким вот биткоин-краном. Это не биткоин-кран, это мультивалютный кран. Здесь очень много криптовалют. Ну и вот хочу поделиться с вами. Значит, я зашла 24 часа назад, где-то так. Может, что больше. Ну что, поехали. Значит, чтобы зарегистрироваться, вот здесь нажимаем логин. У вас выплывает такое окно. Значит, вот здесь нажимаете вот на эту первую вкладочку «Зарегистрироваться». Значит, логин, email, пароль. Нажимаете «Sign up». Значит, страничка перегрузится. У вас еще всплывет такое вот окошечко. Дополнительно вам на почту придет письмо с кодом. Нужно в это окошко ввести код подтверждения. Опять нажимаете «Sign up» и попадаете как бы в кабинет потом. Так, переходим в кабинет теперь. Значит, по порядочке. Вот тут, значит, у нас флажок «English», русский. Ставим «Язык». Здесь очень много криптовалют. После того, как вы зарегистрируетесь, попадете в аккаунт и нажимаете «Аккаунт». Вот смотрите, у меня активный. У вас же будет написано «На модерации». Где-то в районе 24 часов ваш аккаунт будет на модерации. Вот. Здесь вот мой баланс. Я этот Ethereum собирала. Вот у меня 1531 Ethereum. Так, далее, что у нас здесь? Как собирать? Значит, тут вот здесь можно множество криптовалют собирать. Смотрите, я пока Ethereum как бы, да, собираю. Вот здесь нажимаете на галочку и выбираете криптовалюту. Собираем один раз в час. Это можете любую, какую вам надо. А бонусы как бы еще здесь есть. Смотрите, сейчас я соберу свой эфир. Получить монеты. И вот 73 Ethereum'а мне дали. Вот здесь все статистика, как у FreeBitcoin. И вот мультикран, он один раз в час. Какую бы вы валюту не выбрали. Вот. Далее, смотрите, что еще здесь плюс есть. Какой? Получить бонус. Видите, это... Как я сказала, валюту один раз в час любую, а бонус можно получать, опять же, любую криптовалюту. Ну, давайте нажму «Получить бонус». И написано «Ваша бонусная ссылка», если бонус есть. Опять нажимаем. Оп. Ну, здрасте, приехали. Оп, секундочку. Вот меня перебросило на страничку. Сейчас загрузится. И вводим капчу. Так, LI. Нажимаем на вкладочку. Сейчас страничка загрузится, ну что-то у меня с капчей. Ждем секунды.
Гетлинг. И меня перебросило обратно в аккаунт. Так, нажимаю аккаунт. И 1604 интериум. Так, далее что здесь, значит, вот мультикран. Как я уже сказала, можно собирать один раз в час. А вот эти бонусы можете нажимать на любой, получать. Если у вас будет получить бонус и ссылка на бонус, пожалуйста, получайте бонус. Сколько дает бонуса, столько можно и получать на любую криптовалюту. Далее, что здесь? Вот это веб-майнинг. Это можете запускать майнинг, но будет работать, как бы ваш компьютер будет майнить это все. Я сюда не лезу, как бы я не занимаюсь, мне не надо этот майнинг. Есть чат. Можно общаться в чате. Как я поняла, там присутствует админ этого крана. И у него вроде как и помощник, что ли, есть. В общем, люди задают вопросы. Вот. И на них отвечают по мере возможности. Что-то у меня все тянет сегодня. Вот чат, пожалуйста. Так, далее. Чат выплаты. Вот люди выводят минимальный вывод отсюда от одной сатоши. Значит, и что еще? Так, нажимаю аккаунт. Сейчас загрузится. Далее, вот это наш баланс. Вы нажимаете любую криптовалюту, у вас тут по криптовалюте будет баланс. Ну, так как вот у меня Ethereum, у меня, значит, сейчас стоит Ethereum. Значит, можно обмен совершать. Нажимаю вот тут ниже обмен. И вот любую как бы криптовалюту меняем на что вы хотите. Вы отдаете, вы получаете. Это внутренний обмен. Опять вот тут криптовалюта. Выбирайте, что вы хотите получить. Как бы, да? Пожалуйста. Далее, что опять нажимаю аккаунт. Обмен. Так, это история. Здесь у нас рефералы. Будет находиться наша партнерская ссылочка. Наша, вот она вот здесь. Так, вот она. Партнерская ссылочка наша. Далее. Опять аккаунт. Настройки. В настройках что мы делаем? Надо прописывать электронные... Ну, в общем, вот это на настройках. Вот колонка вот эта. На Faucet Hub. Вывод от одной сатоши. Мой вам совет, если будете регистрироваться, как я вам сказала, у вас будет надпись на модерации, потому что будут проверять ваш аккаунт. И сразу же прописывайте все свои кошельки. Потому что вывод будет заморожен после того, как вы впишете на 24 часа. Я вот писала, но я ж не знала, что будет заморожен. Я немножко тормознулась. И вот у меня только один эфир вписан. Что я вот хочу, я уже не стала вписывать на всякий случай, думаю, чтобы проверить на вывод. Правильно. А потом уже проверю на вывод. Я уже буду... Тогда впишу все кошельки. Вот. Значит, вот эта колонка на Faucet Hub. Здесь ручной платеж на ваш кошелек. Это Bitcoin Gold. Bitcoin какой-то. Не, ну, в общем, здесь посмотрите. И Ripple. Это уже непосредственно на кошелек идет. Значит, а я же хочу сделать вывод. Своих вот этих... этих Ethereum на Faucet Hub. Нажимаю вывод. Сейчас проверим. У меня уже прошло 24 часа, как бы, и должно быть все разморожено. Вот по умолчанию здесь стоит Faucet Hub.
Вы здесь, когда будете выводить, сами уже выбираете, куда вам Faucet Hub или на мой кошелек. Ну, у меня Faucet Hub. Значит, выбираю криптовалюту, Ethereum. Так, Ethereum. И сразу по умолчанию у меня стоит уже сумма моя. Значит, это минимум, ну, одна сатошенка. Ну, это на Faucet Hub. Так, все вставлен. Ну что, нажимаю «Отправить». Сейчас у меня должна страничка обновиться. И мой баланс, как мы видим. Так, опять биткоин хэш почему-то стоит. Сейчас посмотрим эфир. Я Ethereum. Ставим Ethereum. Так, грузит у меня что-то долго. И видео затянулось. Так, Ethereum. Где мой Ethereum? Вывелся он. Да, у меня, как мы видим, баланс по нулям. Давайте перейдем на Faucet Hub и посмотрим вывод. Так, перезагружаю страничку. А, пожалуйста, MultiFaucet WebMining 3BTC.org Ethereum 1710 Сатоши Ethereum прибыла на Faucet Hub. Кран платит. Такой жирный кран, я хочу сказать, потому что я здесь очень много, как бы я остановилась на Ethereum, и я очень много собирала этих бонусов. Вот по 105, по 106, 104 от Ethereum Satoshi. Ну, теперь я уже проверила на вывод. Впишу все в кошельки. И буду теперь уже все собирать. Смотрите сами. Интересен кран? Пожалуйста, пользуйтесь. Неинтересен? Проходим мимо. Каждому свое. Я делюсь лишь с вами информацией. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.